По итогам совещания глава государства сделал несколько важных поручений. Отныне маски по желанию, вакцинация важна, но не принудительно. Врачи не должны забывать о лечении других болезней. По поручению президента ведутся переговоры по закупке дополнительных партий противовирусных препаратов. Вопрос с ИВЛ постепенно решается. В стране задействовано только около половины аппаратов искусственной вентиляции легких. Наше общество на сегодня разделилось, и я не скажу, в какой пропорции. Разделилось по главным вопросам защитного характера, маски там и так далее, социальное дистанцирование. И второе – вакцинация. Одни говорят, что маски ничего не дают и нечего их носить. Даже порой это еще хуже. Второе – вакцинация, кто-то опасается, кто-то видит побочных много эффектов и так далее. В этой части я должен предупредить всех. Это решение, это закон. Президент имеет право принять подобное решение. И маски, и защитные мероприятия, и вакцинация – это исключительно добровольное дело каждого человека.